Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Егор Белоусов. О событиях из жизни университета и мира расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты и ректор Казанского университета поздравили вуз с днем рождения. В Казанском федеральном университете состоялся брифинг в рамках независимой литературной премии «Глаголица». Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову вручили почетную премию «Ректор года». Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. На площадке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Ректор года». Вручал почетные награды глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Среди номинантов на престижную премию был и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, чья профессиональная деятельность на высоком уровне была оценена конкурсной комиссией Российского профессорского собрания. Гафуров Ильшат Равкатович родился в поселке Банлы, Республики Татарстан. В 1983 году окончил Казанский государственный университет по специальности физика, после чего начал работу в сфере образования. С июня 2010 года является председателем Совета ректоров вузов Татарстана. С октября 2014 года депутат Государственного совета 5-го созыва. В таком формате нас собирают впервые, и впервые вообще-то нас награждают, если уж по-честному-то. Да? Я думаю, вот эта очень хорошая традиция, она должна, стартовав сегодня, иметь долгую-долгую жизнь. Я хочу поблагодарить и организаторов, наше профессорское собрание, поскольку я неоднократно уходил с инициативами не только ругать ректоров, да, но и как-то находить возможность их как-то хоть отмечать. Поэтому большое спасибо за сегодняшний день. И я думаю, для нас всех это определенный знак внимания и знак уважения. Спасибо вам большое. И то, что министр нашел возможность в этом формате провести сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо. Вручение премии «Ректор года» в этом году состоялось впервые в рамках профессорского форума 2020, который проходил в Москве с 16 по 19 ноября в онлайн-формате. Итоги конкурса подводились на основании положения о премии и решения конкурсной комиссии Российского профессорского собрания, в которую вошли ректоры ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал лауреатом общенациональной премии России «Ректор года». Кристина Надыршина, Универньюз. Представители всех общественных студенческих организаций и объединений КФУ поздравили вуз с 216-летием. Как это было? Смотрите далее. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров поздравил университет с днем его рождения. 18 ноября вуз празднует свое 216-летие со дня основания. Торжество прошло во дворе главного здания университета. Сопровождалось оно торжественным фейерверком и праздничным тортом. Во время празднования ректор подметил достижения, которые вуз достиг за один год, а также пожелал усердной работы университету в дальнейшем. Я желаю вам удачи, не болеть и всегда быть друг с другом, и всегда быть открытым в университете и достойным университета. Не боитесь ничего, не бойтесь ничего, и все у вас тогда будет нормально. Не останавливайтесь никогда на полпути. Я поздравляю вас с днем рождения нашего университета и хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете, за все, что вы творите в стенах нашей альма-матер. Бигзор Ахмад, спасибо большое. К поздравлениям университета присоединилось также и студенческое сообщество. Они подготовили песни, танцы и другие концертные номера. Студенты поздравили как вуз, так и работников и пожелали дальнейшего развития. В этот замечательный день мы, студенты Казанского федерального университета, хотели бы присоединиться ко всем вышесказанным добрым пожеланиям в адрес нашей альма-матер, в ваш адрес, Ильшат Равкатович. Пусть наш университет всегда будет развиваться, стоять на передовых позициях, добиваться новых вершин. В Москве прошел международный форум «Университетское образование сегодня и завтра». Организаторами конференции выступили Российский союз ректоров и Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Участие в обсуждении принял и Казанский университет. Все подробности далее. В Московском государственном университете имени Ломоносова в онлайн-формате обсудили университетское образование в рамках международного форума. Участие приняли ректоры ведущих российских вузов, главы субъектов Российской Федерации и представители зарубежных университетов. Главными темами обсуждения стали развитие фундаментального образования, образовательные технологии в цифровом мире и воспитательные методы в университетской среде. На форуме выступил и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он рассказал о важности изучения когнитивных процессов. Результаты таких исследований играют важную роль в образовательном процессе. К сожалению, образовательная практика до настоящего момента не смогла стать в полной мере доказательной. В отличие от, например, от медицины, где выработаны на сегодняшний день четкие научно обоснованные протоколы лечения тех или иных заболеваний, а практикующие врачи достаточно активно вовлечены в клинический исследовательский процесс. Особенно сегодня это наблюдается в период пандемии. А в образовании же мы, к сожалению, имеем иную картину. Здесь проводится крайне мало прикладных исследований на больших выборках, которые могли бы дать достоверный результат. В качестве примера Ильшат Гафуров привел Институт передовых образовательных технологий Казанского университета. Также он отметил, что одной из задач вуза является развитие метакогнитивных навыков у студентов. На уровне университета мы должны, как мне кажется, компенсировать недостаток саморегуляции и метакогнитивных компетенций. Так, в Казанском университете с текущего года под руководством известного методолога Петра Щедровицкого в рамках обширной программы новых проектов в сфере образования мы трансформировали традиционный курс философии, который читается во всех институтах университета, в курс технологии мышления. Фактически он перестал быть простым изложением биографии философов, а стал строиться вокруг философских концепций и прикладной этики. Практической частью курса становятся кейсы и упражнения, которые помогают студентам отрабатывать навыки работы с аргументами и сложными текстами. Также Ильшат Гафуров отметил, что очень важно изучать вовлеченность студентов в учебный процесс в эпоху дистанционного образования. В завершении ректор Казанского университета выразил готовность вуза делиться опытом и развивать сотрудничество в актуальных направлениях когнитивной науки и практики. Диана Желенкова, Универньюз. Школьники со всей России собрались на брифинг независимой литературной премии «Глаголица». О том, какие темы обсуждались в рамках брифинга, узнаете в нашем следующем сюжете. На базе Казанского университета в рамках независимой литературной премии «Глаголица» прошел брифинг известных писателей с финалистами проекта и студентами Казанского университета. «Глаголица» — это один из лучших литературных проектов для подростков в нашей стране. Он объединяет состоявшихся писателей и литературно одаренных детей и создает уникальное пространство для творчества и роста. Нам прислали со всего мира работы, пришло в этом году около 1000 работ. Из этих 1000 работ по каждой номинации отбираются 10 лучших. И вот они уже приглашаются на очную, так скажем, литературную смену, где они встречаются каждый по своему направлению со своим членом жюри, который передает им свои знания, опыт, творческое мастерство. Вот. И сегодня здесь присутствуют дети с абсолютно разных регионов. Школьники смогли задать интересующие их вопросы и обсудить важные темы, касающиеся начинающих писателей. Их интересовало все, от того, как найти вдохновение и какие произведения 21 века могут стать классикой. К детям нужно относиться даже с маленького возраста как к личности. И здесь они это ощущают. То есть вот эта атмосфера, когда они могут поделиться своими впечатлениями, там, да, зарисовками, какими-то там заметками с писателями, для них очень важно. И писатели с ними... Потому что это такие люди, с которыми невозможно сидеть спокойно, очень хочется задать вопросы, и впечатление просто... потрясающе. После брифинга для школьников также провели экскурсию по Институту филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!